И всем привет, мои умники, с вами Бодя, да, и только что, ровно 5 минут назад, фараон вспомнил, у Артема Кей вышел новый клип, и это Артем Кей, только ты, премьер клипа 2018, только ты. Я знаю его песни, я знаю, как он, ну, как бы делает клипы, и они у него все, как бы, больше склоняются к отношениям. Так что мне будет интересно посмотреть вообще, как он сделал новый клип. А он давно не выпускал клипа. Так что погнали посмотрим, как он сделал его. Ну-ка. Только ты одна нужна. Мне одна нужна. Так, я так полагаю, это его девушка. Только ты. Ох, какой вокал, господи. Без тебя никак. Моя жизнь пустя. Знаю, ты здесь нарушила покой. И нам не нужно фраз. Руки хотят быть с тобой. Ты зло. О, господи, Артём, это такая душевная песня. Так, ладно. Солнце, мой свет над городской суетой. Говори мне нет, я твой супергерой. Только ты. О, господи, как он это вытягивает хорошо. Ты одна нужна, мне одна нужна. Вы заметили, какой здесь, как бы вам сказать-то, это хоть и не такой офигенский клип, но здесь очень душевно, и прям вот кадры с ней очень подходят, сопоставляются с его словами. Знаю, ты здесь. Да, он очень душевный. Глаза мне закрой, в ярком белом летнем платье кружась, лети со мной. Ты лунный мой свет над городской тишиной. Ты расскажи друзьям, я твой супергерой. Да, симпатичная девочка. Богдан, на кого уж полез-то? Ей по-любому там 17-18. Только ты. Ты одна нужна. Как приятно слушать. Только ты. А Митя... Он же на гитаре ведь играл. Артём, ты ведь играл? Ох, молодец. Молодец. Господи. Это очень душевно, очень душевный клип ты сделал, молодец, прям вот, я ничего не говорю, и девочка симпатичная, хоть старше меня, наверное, 4 на 5 годиков, ну да ладно, давайте спецэффекты. Окей, я могу еще раз повторить, что это душевный клип, очень сопоставляются кадры под его слова, ну то есть, хоть там и была его девушка, наверное, скорее всего, да, то ты молодец, Артём, хоть ты и долго не выпускал клипы, но вот здесь вот, прям очень душевно получилось. И очень круто. То есть, по крайней мере, я надеюсь, не мне одному понравилось. Ссылка, если что, на оригинальный видос в описании, мои умники. И если хотите, то можете поставить колокольчик, чтобы вам приходили уведомления, когда видосы. Да, ну это моя просьба, наверное, но это если вы хотите. И, если что, ссылка на Инстаграм и ВК в описании. Если хотите, можете подписываться, я постоянно выкладываю фотографии активно. Ну, пытаюсь, по крайней мере, в ЛС всем отвечать. Так что, мои умники, спасибо всем огромное за просмотр. И всем пока. Да.